Всем привет! И сегодня у нас очередная посылка с сайта AliExpress. Ну что ж, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну а мы начинаем. И распаковываем. Ну, экшн-камера. Здесь у нас экшн-камера. И такая же, наверное, какая у нас и до этого была. В точности такая же. Сейчас ее вытащим. И вот точно такая же, какая уже и была у нас на обзоре. Спереди упаковки благодаря вот этому прозрачному. Здесь видно саму экшн-камеру. Видно, что на ней написано 4K Ultra HD. И то, что есть Wi-Fi. Фирма, наверное. И назва модели NYR H9. Далее сзади написаны все характеристики. Думаю, можно увидеть. Ну и комплектация. Сейчас посмотрим, что там внутри. И вот. Что же внутри, кроме самой экшн-камеры? Есть пакетики. Еще вот такие вот, чтобы купить штучки. Пакетики. Далее есть еще подставка. Далее еще вот такой вот тип есть подставки. Потом еще один тип подставки. Это уж вот такой вот тип. Далее это крепеж уже сам. И зарядное устройство, ну и сама инструкция. В общем-то, ничего необычного. Зарядное устройство здесь так, самое обычное, USB. Type-C здесь обычный USB. Далее эту вот подставку. В общем-то, можете увидеть. Все остальные и так. Ничего интересного. А вот и сама экшн-камера. Упаковку откладываем. И она сразу же в водонепроницаемом контейнере. Вот здесь вот есть пленка. Вот здесь есть пленка. Кнопки. Все. И вот, в общем-то, сразу же подставка. Похоже, что здесь было. Сейчас этот контейнер откроем. Открывается таким вот образом. И вот сама экшн-камера. Здесь вот включение, здесь запись. Меню будет. Видно. Здесь вот. Микрофон. Здесь вот есть пленочка на экране. Далее вот здесь вот видно выход под зарядку. Далее для CD-карты. Далее и сам USB выход уже. Далее пленочка еще на объективе. Ну и написано. Wi-Fi, 4K Ultra HD. Фирма, ну, в общем-то, то, что мы уже видели. Ну и попробуем его включить, если она не разряжена. Не разряжена. Написано сразу же ноу-карт. Но за этим можно разглядеть довольно-таки... За этим ноу-карт можно разглядеть довольно-таки хорошее качество съемки. И это с пленочкой. Еще на объективе. Видно. Здесь пока что никакого меню не будет. Пока не будет CD-карт. И записи тоже не можем сделать. Видно, что заряжено. Режим видеосъемки. Видно, что здесь нельзя ничего снять. И показано качество. 1800 пикселей. Ну, и, в общем-то, выключаем. Вот. Ну, такая вот
ну а сегодня была посылочка с сайта aliexpress.com. И еще одну детальку. Здесь вот еще что-то Wi-Fi. Здесь еще есть где вот этот вот QR-код. Его нужно отсканировать, установить специальное приложение. С помощью его вы сможете видеть, что снимает эта экшн-камера. Это еще такое вот добавить, забыл сказать. Здесь этот QR-код сканируете. Переходите по ссылке, которая там будет указана. Ну и смотрите. Отдали. Ну что ж, такая вот была посылка с сайта AliExpress. Ну что ж, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ну а мы заканчиваем.